искать будем. Так, ну что, пришла посылка с Алиэкспресс. Это, знаете, что это аппарат должен быть. Вот, надо вот его чупа-чупс. Там мы на мороженое ели на сейчас на улице. Круассан со сгущенкой. Так, будем открывать. Значит, было написано, знаете, все как. Вот я на этот адрес, мы делали заказ, это адрес Пятерочки, девочки, мальчики, девочки. А они, я пошла на почту забирать. Они как бы вот в итоге по адресу проживания нашего я забрала сейчас. Почему они не доставили на Пятерочку 5 пост, непонятно, как они работают. Больше месяца шла эта посылка. Сейчас для нас самое главное, чтобы все пришло. Ой, какое красивое. Я специально заказывала, переплачивала за упаковку, потому что хранение в упаковках всегда приятнее и цивильнее. Но слегка помялась, продавилась, потому что нету внешней упаковки. Это большой минус, потому что я думала, что она будет вот эта, чехол, скажем так, он должен был находиться в коробке. Правильно? Ну как, вы покупаете любую технику, все находится в коробке. Правильно? Правильно. Такая сумочка вот такая прорезиненная. Вот, все вывалилось. Сахар аккуратно, ничего не трогай. Вот этот мой пистолет, который я ждала, так как у меня хронические заболевания такие, всякие боли у меня по телу гуляют, поэтому я уже не знаю. Просто была у массажиста, и вот он делает вот тоже пистолетом, решила взять попробовать домой. Ну, без фанатизма, чисто попробовать. Не скажу, что там прям вот. Здесь у нас насадок получается. Насадка. Раз, два, три. Вот это, короче, вдоль позвоночника должна идти. Мягкая. Нет, она не мягкая, это как теннисный мячик. Получается сейчас вот 4. 5, 6 тоненькие. 7. И 8. Вот это вот мягкая. Ни книжечки, ничего нет, к сожалению. Потому что, ну вот мануальная фибромассажер, скажем так. Не на русском тоже ничего нет. Главное, чтобы он работал. Вот так вот он выглядит. Там их очень много. Я чисто по дизайну выбирала. Сумочка, и чтобы насадок побольше было, и чтобы... Ну, по цене дешевле. Запах такой пошел. Здесь все про, ну, такое резиненное, классно. Красивый. Красивый. Как фен. Он, правда, видите, протерся, но ничего. Самое главное, чтобы он работал. Так, ну что сделаем? Всовываем. Захарка. Проверяем. Мужа с мужем на нервах все были. Возьмем любую насадку. Да, вот эту, наверное. Ее вкручивать надо. Все. Крутила? Окей. Может, он не заряжен. Он не загорается. И он, наверное... О, загорелся. Страшно как. Дальше-то что делать надо? Ой, мама! Мигает. Это 0.1? Писали же, что у нас сердце рвёт. Захар, аккуратно. А вот 2. 3, 4, вот на четверке. Давайте посмотрим с вами, сколько здесь. 5, 6, 7. Ой, все, 7 штук. Но нам надо на единичку. Вот, единичка. Я даже не знаю. Вот выглядит все это дело вот так.
Почему-то вот, вот так вот усиливается. Вибрация, жесть. А потом уменьшается. И вот так вот. Вот, вот мне сейчас тут больно. Ой, кошмар. Все тело вибрирует. Представляете, вот здесь вот. Вот. Это же пипец. Дребезжит, правда, все тело. Не все тело, вот сейчас голова просто. Мне это не нравится. Др-др-др. Захарки сделала. Вот этот застой вот здесь вот прижимается тоже все. А, там когда надавливаешь, она какие-то... Почему-то очень сильно начинает вибрировать. Потом мужа спрошу. Вот, нету, видите, переходника. То есть, ну, мы ему писали сообщение, там вообще был выбор. Выбор, какой переходник выбрать. Так что это? Не надо! Она, наверное, из пенопласта сделана, вот этот шарик. Боже, как он... Мозги просто... У меня аж зубы. Сходили за Захаром в Пятерочку. Аптекару я заказ забрала. И Валаровскую. Еще катайся, что, домой потом тогда пойдем. Карточка дома, блин, осталась, мужу давала. Думаю, что за карта лежит в коридоре. Думала, его нет, оказывается, моя, ё-моё. Еле домой завела, опять орал. Но я его успокоила, знаете, под душ, она же там, это, лейка такая в виде дождя. Захаров выпросил сухари. Соки вот такие взяла, это с Пятерочки. Пару штук, потому что у него все закончилось. Сейчас я буду доставать. Да. Так что Захарка помылся. Да подожди, ты что меня торопишь? Блин, какие это дети нетерпеливые пошли. Ты видишь, мама работает. Снимает девочкам. И мальчика. Так, я там увидела Пятерочки бешкармак. Думала, что мне мама говорит, да есть, у нас есть Пятерочки. Пшеничные, глютеновые. Так, это Брюсу. Идеально для лазаньи. Вот, вот еще вторая. Подавилась. Ну, потому что мы еще гуляли, пока мы в аптеку зашли. Так, журнал. На салат. Такой салат делаю. Вчера делала. Капуста, огурец и вот горошек купила на этот салат и маслица. Так, Захаркины сырки. Дальше. Смесь для супов. Летом хорошо. Вот. Это у нас булгур. Люблю очень булгуровые тоже. И это рис. Ну, это для супов. Я сейчас вот говядину достала. И это. Попробую на говяжьем. О, будет не говядина, а баранина. Так, из барани бульон будет. Не знаю, правда, супы из баранины делают вообще. Так, взяла Захару такую водолазку. Размер большеватый. 116. Но ему здесь будет как раз хорошо. Хорошая такая это. Под куртку одевать, очень плотное горлышко. А руки будут ему длинноваты очень. Ну, будем подкручивать, да, как правильно, подворачивать, вот. Очень хорошее качество здесь вот этой штуки, плотное.
такой вот космонавт инопланетный. Да, Захар, это твоя новая кофточка, сынок. Ну, тормоз ничего не понимает, это нахер. Мы купили, короче, стулья дворовые и стол родителям везем. Не мешай папе, пусть папа едет спокойно за рулем. Ему, наверное, там... Вот это база, да, где-то? Смотри, эта дорога идет. Такие маны ездят. Опасно. Ты имеешь в виду озеро, что ли? По-моему, оно дальше. Вон там, где домики. Сюда вот ориентируйся, там вот новостройки стоят, видишь? Где вот эти бочки, вон там. Бочки, я не пойму, что там. Для чего они? Для полива. У нас сегодня дождливая погода, и поэтому мы сейчас с Захаром попали под дождик. Ой. Совсем не хочется снимать, если честно. Ну, потому что отдачи нет, просмотров нет, поэтому не хочется работать. Что, на самом деле, многое не показываю, не рассказываю. Ну, сейчас покажу, что купили мы с Захаром и почему мы убегали, собственно, в магазин. Потому что нам завтра ехать в деревню. 64 ехать, да, к дедушке мужа, у него день рождения, 90 лет ему исполняется, это мама мужа моего, и мамин, в общем, папа, дедушка Андрей, в общем, мы с Захаром вот, да, Захар, 4 часа ехать долго туда и обратно. Угу. Дарить, в общем, будем деньги, но я не привыкла с пустыми руками, а вот такие конфеты взяла еще. Промокли они, видите, подождем. Очень мне понравилась вот эта водичка Кармадон. Вот стоит тоже. Здесь вода просто налита. Вот это тоже вкусное пили, покупали вот на выходных тоже. Ну, больно она какая-то газированная, вкусная. Потому что минеральная вода наша не как бы не особо-то вкусная. Ну, вот она меня тоже понравилась. Но мне кажется, она не настоящая. Увидела, в общем, смотрите, вот такой Липтона чай матча. Ну, это с зеленым чаем. Сколько раз, те, кто меня смотрит, сколько раз я говорила, не буду брать, потому что у меня потом першение в горле на их вот эти добавки. Я увидела, смотрите, здесь с куркумой. Хочу с куркумой попробовать. Но в Перекрестке не было. Далее. Шоколадки. Ну, вот я чай взяла, и, честно, вот из-за этого чая я взяла шоколадки, ну, чтобы с чем-то чай пить. Хотя я вот сейчас поправилась, надо остерегаться. Это имбирь, болгарский перец Захару в основном беру. Так, бананы. Захар, я у тебя спрашивала, ты сказал взять бананы, хотя, нифига ты их не ешь. Так, и все. Ну, яблоки здесь. Яблоки мы завтра в дорогу возьмем. У нас есть вон там домашние наши, но они не айс. Сами вы знаете, как они. Это огурцы. Сейчас вы упадете. Еще я себе взяла попробовать вот этот ликер. Здесь сколько грамм-то? 100 грамм хоть есть. Употреблять сильно охлажденным. В общем, давно смотрела, хочу попробовать. Я попробую. Блин, надо же почитать, может, тут мед составен. Что-то.
В общем, пришлось воспользоваться лупой, потому что ни хрена не видно. Меня смутило очистки из пищевого сырья, что это. А так, как бы, прикольно, но... Тут, видимо, смесь бульдога с носорогом, разные травы, и мне мед напомнило, конечно. Вообще, когда я прибегаю к спиртному, это значит, что мне очень-очень плохо. Но это не мой напиток, мне не нравится.